Одна из тайн. В озерах северо-запада обитает небольшая рыбка – сниток. Сниток – это озерная пресноводная корюшка. В длину обычно меньше 10 сантиметров, а весит менее 8 граммов. На нерест сниток идет в апреле. Но где и как он обитает остальное время, ученым до сих пор неизвестно. Откуда приходит к берегам, куда уходит – большая тайна. И как любая корюшка, сниток пахнет свежими огурцами. Промысловые бригады рыбаков добывают снитка тоннами. Мелкую рыбку вялят или замораживают. И в Пскове, и в Новгороде были идеи сделать рыбу-сниток гастрономическим символом. Но не получилось. Маленькая озерная корюшка, сниток, рыба капризная. Рыбалка и нерест зависят от погоды. А озера на северо-западе суровые.